околоушные вот, пространства в основном, и на лбу абсолютно вот эти крупные картечи калибром где-то 4-5 сидели очень глубоко. Если глаза восстановятся, вылечим, если хорошо получится, ну тогда через некоторое время его можно будет вернуть уже в условия зоопарка, где уже почище, и за ними будут ухаживать, потому что особь очень молодой, физиологический рост и половозрелый возраст еще не достигший. И я думаю, все будет нормально. Выяснилось во время операции, что глаза у него были до этого трагического случая были уже больные, то есть воспаление третьего века, конъюнктивит. Джа-барс, это джа, это как лук, да? Барс, это такое, мы думаем, что это имя ему даст, как говорят же, как корабль назовешь, так он и поплывет. Ну, вот мы поэтому думаем, что он духом, раз в такой переделке выжил, мы думаем, что надеемся, что он дальше будет только больше крепчать, и его организм будет все-таки бороться. И большая надежда, что хотя бы на какой-то процент там зрение вернется, хотя бы чтобы он силуэты видел, чтобы он мог различать, ну как-то вот жить. Ну, ему сейчас еще нужно время научиться жить. И ну, только пользоваться и надеяться только на слух и нюх. Джунгарского района привезли. Она такая красивая. А Ахмер, у нас вы знаете, да, с Джунгала там Тату Турсумбаева, она актриса, так исполняла роль. И мы как бы сравнительно дали кличку Ахмер. Состояние выразительное, среднее. Только возраст. Три клыка нет.